Доброе утро всем! Беспорядок, так ну что ты в самом деле? Я еще не проснулся, помятая вся как это. А еще поделаешь. Доброе утро. Что, собакам вчера кашу не сварили, поэтому сейчас варим. Варим с утра, быстро. Забыли вообще вчера. Слушай, состояние такое, как вроде бухало, честное слово. Вот это на ночь наелся так. Капец, картошечка с курочкой, ребята. Ребята, не ешьте на ночь. Это ужасно. Это состояние, если вам уже после 35, не ешьте на ночь. Ну и в баню. Стасику собираю на работу есть. Тут, короче, морковочка. Тут, короче, картошечка вчерашняя с мясом. Выглядит она, конечно, не очень, когда вот так ее переколбасили, да? Но даже на смак. Так, тут у нас бутики. С такой колбаской, с такой колбаской. С разной колбасой. Да, вообще. И лотки, Стас, блин, посмотрите на это вот лицо. На это лицо, лотки посмотрите. Лотки мне, когда принесешь. Я тебе уже ненужные отдаю лотки, блин. Ты мне все мои нужные уже слопал. Вот почему я не выбрасываю никогда лотки. Ну, в смысле, вот такие коробочки там от чего-то. Потому что вечно то маме раздашь, то Стасику раздашь, то еще кому-то. Пол жизни за лотки, да? Так, Стас, это твоя хавка. А где колбаска? Вот такое у нас утро, чтобы вы понимали. Утро началось. Кормить собак. Он уже, кабаны просят. Так, Жорика уже накормили, отправили на улицу. А Жорик где удумал спать? За компьютером. За монитором. За монитором. А там же щелочка такая. Ты можешь его нифиг делать свалить. Представляете, новый монитор как свалит. Вот это будет весело. Короче, ты заснял меня красиво. Вчера снял меня совсем красиво, сегодня заснял меня, да, полукрасиво. Все, давай, туши. Все, Буси дома, на охране. Да, жопики. Скажи, мама, что ты нас опять оставляешь? Уезжаете? Да, скажи. А мы одни отдаемся. Скажи, ну хорошо, будем просто спать. Будем просто спать. Жалко. Да, мы... Ой, что-то у меня с экраном. Всем привет. Мы уезжаем, как всегда, в город. Вот. У нас бусляхи остаются на охране. Стас у нас еще утром рано уехал. Она там мне показывала в предыдущем видео. Вот. Ой, вещи надо было снять. У нас, видите, какая пасмурная погода. И этот, как он называется, господи... Туман. У нас туман еще вечером вчера опустился. И, в общем-то, все. Да, Николашка? Не слышит нифига. Да, город едет. Мы вон малому сальца взяли. Вот, в подарок, так сказать. И того, и другого разного. Вот, и едем. Едем в город. Нам быстренько нужно съездить по этот, как он называется? А, и да, Светке ж ванну эту, блин, заказать. И куда? Коле постричься надо съездить. И еще что-то нам надо было сделать, я даже не помню. Настроение соответственно. Какие документы? Инструменты. А, инструменты забрать, да, точно. И сварку там забрать у Петровича. Да. Туда, куда мы отвозили, это рядом, где они работали с Женей. Заехать как раз там до Малого, он как раз плитку там докладывает. Может что-то частично уже и забрать, да? Ну, зачем да, он уже там? Что-то ему не нужно, может крест не нужен. Да, такой. Уже этот инструмент это в принципе наш. Поэтому их забрать надо. Вручных там не повезешь. Так что так. Ну все, в принципе, едем. Конечно. Жорик, что это за пакет? А, это сетка у нас. Сетка там в пакете лежит. И он улегся. Нашел себе место. Вот присаживайтесь, так. Мадам. Мадам? Мадам. Мадам присаживается. Он присаживается, мадам. Все, поехали мы. Называется торпеда, что ли? Торпеда. О, сало будет лежать на торпеде. А я себя не показала. А ну утром вы меня видели. Ну да. Сейчас вот так себе покажу. Вот так. Блин, с близкого расстояния снимать это, конечно, очень плохо. А? Нормальное расстояние. Да? Вот так вот я выгляжу. Блин, были вчера. Вчера в эпицентре. А, ну да, вчера же были в эпицентре, по-моему, этот. Вчера он снимал, по-моему, на телефон. Такой кадр классный. Я там шляпу классную мерила, блин. И не вставили, забыли видео, представляете, вставить. Так что так. А я в это видео, может, вставлю. Там такой прикол. Эта штучка, которая... Она одевается на шею, когда лежат.
И с капюшоном. Блин, такая классная, стоит так дорого. Рассказываю про этого зайца, что что-то такое стрёмное в эпицентре. Но стоит оно. Давай. Как же нашли? Сейчас, подожди. Заехали в эпицентр, е-мое. Знаешь, как нарядненько? Нарядненько, да, нарядненько. Да я ее хочу копить. Выгодно. Ну, как раз этот, мерзнет, как его. И шея, да? Да. Туда гречки напхать, на вот эту штуку, ой, да? Ой, да, вот сюда. И вперед, слушай. И в микроволновку. Да. Слушай, а что я тогда раньше не придумала? Шляпу. И гречку. А сколько они стоят? Откуда я знаю? Ну, это стоит 200 рубасов. 300 рубасов. Угу. Ты бросил тачку и поехал. На чем? Сколько она стоит? Подушка, валик, автомобильный. Надо смотреть. Миша. Это Миша? Автомобильный. Это не Миша. Валик. А что там написано что-то? Валик, это вот это, я так подозреваю. Да, да. А это подушка автомобильная с капюшоном. 318 гривен. 318 гривен. Кошмар. Угу. Кошмар. Капюшон прикольный. А можно капюшон без этого подушки? Все, короче, пошли. Это не по нашим финансам. Погнали. Вот наш клей. Но стоит оно, блин, 300 с фигом денег. Жалко, да. Да, жалко за такую штуку. Я говорю, да, блин, там, в принципе, и шить нечего. Обычный капюшон, к нему уже пришить два стрёмных глаза, и будет крутецко. Курицы, курицы, курицы. Да-да-да, бегут впереди так, машины. Подожди, осторожно. Глупая курица. Глупая курица. Так что так. Ну, в общем, вот такие вот пироги. Едем? Едем. Едем? Едем, едем. Соседнее село на дискотеку. Блин, настроение, да, соответствует погоде. Я думаю, надо, наверное, вещи снять, не обещали. Отличное настроение, что ты в самом деле? Сейчас музыку включишь, поднимется. Не знаю, я такая, с утра еще проснулась, у меня была как-то энергия для чего-то. А потом что-то так сдулось и сдулось, и все, у меня сон. Так туман такой, конечно, как будто. О чем я и говорю, что туман, погода такая. Нашли еле-еле мою уже курточку, вернее, это не моя, это Дашкина курточка. А я в нее стала влазить. Поздравьте меня, поздравьте, я влажу в многие вещи. Я такая счастливая, что у меня прямо сил нет. Я в курточку влезла. Я же не могла ни в что влезть, и приходилось такое носить. Там такая у меня стрёмненькая, есть синяя, да? И то я с треском в нее влазила. Вот. А это начала влазить, да? Ты что, наконец-то? Наконец-то я пальтишко смогу одеть. Наконец-то я вот курточку смогу нормально одеть. Ой, ты там что падает? Коля, возвращайся домой. Чего? Цемент выложи, а потом поедем. Я не буду переодеваться. Цемент выложи, а зачем? Что делать? Ну, Коля, зачем? Мы вдруг что-то купим. Ну, ты нормальный. Давай разворачивайся. Я тебе серьезно говорю. Ты издеваешься сейчас? Нет. Прогревал машину, и опять мы тянем за собой цемент. Ну ты издеваешься. Ну ты же в чистом кейсе. Ничего страшного. Да? Пока мы недалеко, выложить цемент. Потому что сейчас возвращаться, надо... Возвращаться, плохая примета. В зеркало посмотришь. В зеркало посмотришь. Коля, так не годится, потому что мы не сможем ничего другого покласть в машину. А я ничего не хочу покласть в машину. Не надо ничего ложить. В прошлый раз мы тоже говорили, да, поедем с этим, с как его, со Светкиным клеем. Сколько мы загрузили в машину? А вдруг что-то будет такое нужное по стройке, что нам нужно будет срочно купить? Так что так? О, ну все, уехали, а теперь едем назад. Вот такая вот погода у нас сейчас, не суперовская. Сейчас выложим цемент, может доедем до города, может в городе что-нибудь интересное для вас. Да? Что такие пироги? Хорошо, мы недалеко отъехали, я заметила. Вот Коля. Тоже мне еще. Ай, мужики эти мужики, а? А, гась. Вон, видите, что? Вот так. На тачечку и вперед из песни. Так, а смотрите, какие эти штучки. Блин, Коля, я что снимаю? Этот, вот смотрите, эти буренцы. Листики на дубы похожи. Ну, на дубовые листики. Прикольно так вообще. Хм, интересно, что это за бурьян. Что, выпачкался? Так не надо было кидать так сильно. Так ты же не кидать, я просто его взял. Ну так вот, а так надо же было заранее думать. Ты же знал, что мы не выложили этот цемент.
А куда с ним таскаться? 4 мешка цемента, у нас машина сидит. Реально. Че, заехали на работу? Работа нас не отпускает. Ну, а кто тут? Он кто? Серьезный мужик. Он такой грозный. Грозный ты. Привет. Мы тебе сало привезли. Сало? Да. Ты куда его дену? Тю, ну домой потом заберешь. Я вареная и жареная. Вкусная, короче. Так я что, я же тоже в туалет хочу. Ну, пошли, ну, что ты сидишь, ему? Да что я сижу, откуда я знаю, я снимаю. Давай. Ой-ой-ой. Да все, ручку мне поддал, моя ты рыба золотая. Так что ж ты закроешь двери? Ой. Вряд ли получится сходить в туалет, ну ладно. Чего? Коля трубу сейчас держать будет. Что, трубу выдерну? А, у меня стол как раз стоит, притык к унитазу и подпирает трубу. Что? Стол притык к унитазу, подпирают трубу. Ну вы даете. Что, не закрывать тут все дело все? Цветочки красавчики. Гляньте, какая прелесть. Давай, двери закрывай, иди за собой. Да. Все, иду. Я хотела красивые цветочки показать. Все. Все мы разобрались, инструмент кое-какой забрали. Петровича я заговорила. Уже меня, наверное, никто не переговорит. Петрович к нам подошел тут. Ля-ля-ля-ля. Да. Вон он, Петрович, попадет в YouTube. Угу. Так что так. Все. Малый, оказывается, уже все заканчивает. Там Коля ему дал пару советиков. Ну вот, да? Да. Все? А у тебя, по-моему, не закрытый, ничего закрытый. Вон, сварку забрали, там еще... Ну, еще полный багажник инструментов. Да, плиткорез, еще там что-то, ой, ручной плиткорез, такой плиткорез. Короче, по-разному. Так что такое. Едем сейчас куда? Сразу давай в Сочи поедем. Давай, сразу за ванной, да? Да. Поехали. Так, это мы в Сочи в магазине. Смотрите, тут готовы уже. Понятно. Да. Не, ну то не годится. Так она. Такие вот варианты. Да тут куча всего. Вот такое. Вот. Нет, симпатично. Так, где тут есть еще? Вот. Вариант. Да, ну, плитка, конечно. Тут разная есть, можно ее заказывать. Вот. Вот так вот. Тут тоже. Это вообще. Вот в красных тонах тоже. Интересно. Вот. Тут прям как по музею. Ходит. Можно. В общем, вариантов море. Всего, что только хочешь. И кухня. Вот черный цвет. Черный пол и черная плитка. Такая вот. Вообще, очень-очень большой магазин. Выбор плитки обалденный. Ну, просто, что, конечно, цены. Пошли на ванны. Там и ванные кабинки, все, что хотите. Магазин просто огроменный. Ой, вот тоже. Коль. А вот смотри, такая. Стеклянная плитка. Кстати, такую стеклянную плитку можно под заказ. Угу. Тоже похоже, да? Похоже, но... Вот это, по-моему. Ну, она же вся, ну, тебе не будет выбирать. А, понял? Да? Да. Это ж... Она просто идет в пачке и все, вот такая вот. Ага. Стекло, это все стекло. Понятно. Ну все, у тебя память, кстати. Вот такие тоже. Ладно, с туалетом. Унитазов море. Целая ванна.
Тут умное помещение. Во! Тоже. Это все стекло. Вот это стекло можно сейчас заказывать. Под заказ брать. 1700 квадратный метр. То есть любую картину, какую хотите, можно нарисовать. Все, что хотите. Так что так. Тут есть тоже, нет? Вон. Оно это на плитке. И даже на плитке рисуют. Тоже, по-моему, 1700 за квадратный метр. На любой плитке могут нарисовать любой рисунок. Так что так. Это я. Всем вам привет. А, вот еще картина. Сейчас покажу быстро, пока. Пока совсем не сел. То есть можно на стекле, на плитке, можно стекло делать не целым, вот как здесь, а можно плиточным вариантом, резаным вариантом сделать, для того, чтобы если вдруг одна разбилась, потом можно восстановить. С дизайном этой картинки приходите, и вам восстанавливают одну. Так что так он, прям как настоящее натуральное стекло. И оно толстое, вот его клеишь как плитку, ничего от пара не бывает. Так что так. Все. Пошли брать ванну. 12, да, дощек? Ну что, смотри, это на кухню, да, получается? Нормально. Ты ж кнопочка, что она делает? Нажимаю, чтобы полилось, она переключалась. Тык. Капец. Вот что я хотела показать-то. Че? Вот. Ну, стеклянный типа, да? Угу. Вот как битое стекло. А это напоминает телевизор старый. Аквариум. Или старый телевизор экран. Так что так. Все, погнали, оплачивать. Угу. Ладно, может видео. Марио. Что скрыто это, я не пойму. Ну все. Видишь? А. Здесь скрытые штучки. Все. Да, глянь, что не можешь. Да подожди, я сбоку, чтобы... Со скрытым наличие всякого. Вот так, я, ну, вот это вот крутится. Можно его откручивать. Надеюсь, будет понятно.